Стихотворение «Выхожу один я на дорогу» Михаила Лермонтова. Полный текст стихотворения вы сможете найти в первом комментарии к этому видео. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я бы желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел. Краткий анализ стихотворения «Выхожу один я на дорогу» Михаила Лермонтова. Стихотворение было написано незадолго до гибели поэта на дуэли в 1841 году, а опубликовано уже посмертно в 1843 году в журнале «Отечественные записки». Тема стихотворения – одиночество, которое тяготит поэта, ведь ему не с кем поделиться своими сокровенными мыслями и чувствами. Что касается композиции, то она простая, мысль развивается последовательно, от первой строфы до пятой. Жанр – философская лирика. Стихотворный размер – пятистопный хорей с анапистическими ходами. В стихотворении встречаются такие литературные приемы, как эпитеты, кремнистый путь, холодный сон, тихий голос, инверсия, сияние голубое, олицетворение, пустыни внемлет Богу, звезда со звездою говорит, и оксюморон, светлая печаль. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.